секрет, что в наших городах очень мало мест, где можно просто прогуляться и отдохнуть. И это обусловлено тем, что очень малое количество урн, а также скамеек для отдыха расположено в парках и скверах. Именно поэтому в сегодняшнем видео мы обратим внимание на рекламные скамейки, как их правильно использовать и, конечно же, какие модели имеют наибольшую популярность, как правильно наносить рекламу. Дадим вам самые ценные советы по этому вопросу. Обычно во многих городах в России суть идеи заключается в том, что любой предприниматель либо бизнесмен заключает договор с администрацией на установку подобных рекламных лавочек в парках и скверах на улицах города. За счет все это он делает безвозмездно, и за счет этого он размещает рекламу о своем бизнесе как раз на задней спинке подобной лавочки. Одну из таких моделей студия Reklam.ru презентует для вас. Преимущество данного вида рекламы для рекламодателя состоит в следующем. Как правило, очень мало каких-либо рекламных носителей находится в парках и скверах, поэтому подобная рекламная конструкция будет отличным вариантом для маркетинговой идеи вашей компании. Так как лавочки и скамейки обычно устанавливаются на самых оживленных улицах города, где другая реклама бывает просто невозможна, то это единственный способ прорекламировать именно вашу компанию и привлечь внимание всех прохожих. И, конечно же, это 100% привлечение внимания аудитории именно к вашей рекламе. Абсолютно любой прохожий, прежде чем сядет на подобную скамеечку, прочитает рекламное обращение полностью. Студия Reklam.ru презентует для вас один из вариантов подобной конструкции для размещения рекламы. Лавочка имеет металлическое основание и деревянное сиденье. Заднюю спинку мы оборудовали специальным антивандальным защитным стеклом. То есть ваши дизайнеры могут разработать абсолютно любое послание для посетителей парка и обычных прохожих. Мы его нанесем на заднее сиденье лавочки. Сверху все закрывается специальным антивандальным защитным пластиком. По вашим желаниям, студия Reklam.ru изготовит любую лавочку любого размера и также украсит ее художественной металлической ковкой по вашим эскизам. Лавочка может быть как эксклюзивной и штучной. Так, например, мы можем изготовить сотню абсолютно одинаковых лавочек, и вы украсите сквер или парк именно в вашем городе. Неплохо также будет смотреться лавочка, которая сама является призывом к действию. Например, это лавка в форме бутылки молока или лавочка, где основанием являются чашки с кофе. А может быть, на месте оснований будут какие-то вазоны в виде футбольных мячей. Студия Reklam.ru может изготовить лавочку из стеклопластика также по вашим эскизам. Итак, рекламные скамейки являются мощным фактором для пропаганды и привлечения клиентов. Их полноценное функционирование складывается из следующих пунктов. Договор с городскими властями, удачный и интересный внешний вид, защита от вандалов и непогоды, правильно выбранный стиль рекламного носителя. Соблюдая все вышеперечисленные правила и свойства, вы можете резко повысить привлечение внимания клиентов, например, к вашему цветочному магазину, лавке, салона подарков, либо кафе и ресторанчику. Рекламные скамейки несут в себе не только информацию о предоставляемых услугах, но и дарят людям отдых и красоту. На сайте студии Reklam.ru вы найдете много интересных вариантов лавочек, которые можно использовать в рекламных функциях. Создайте незабываемую экспозицию на улицах вашего города.